Сегодня в меню – салат «Танк» на 23 февраля. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Соль – по вкусу. Лук зеленый – 1 пучок. Яйцо куриное – 3-4 штук. Майонез – 2-3 столовых ложек. Перец черный молотый – по вкусу. Морковь – 0,5 штуки для украшения. Сардины – 1 банка в собственном соку. Огурец соленый – 1 штука для украшения. Горошек зеленый – 100 грамм для украшения. В преддверии 23 февраля предлагаю рецепт салата в виде танка. Таким оформлением вы наверняка удивите гостей. Салат приготовлен из сардины с яйцами и зеленым луком. Просто и очень вкусно. Подготовьте ингредиенты для приготовления салата. Сардины из банки выложите в салатник. Разомните рыбу вилкой. Яйца сварите вкрутую, охладите и очистите. Натрите на терке и добавьте в салатник к рыбе. Зеленый лук помойте и мелко нарежьте. Добавьте в салат. Салат посолите, поперчите и заправьте майонезом. Перемешайте все ингредиенты салата. На большую тарелку выложите салат в форме танка. Из кружков огурца сделайте колеса танка. Длинной кожурой огурца выложите корпус танка. Башню танка выложите зеленым горошком. Дуло сделайте из перышка зеленого лука. Звезду и цифру 23 вырежьте из моркови. Салат «Танк» 23 февраля готов. Подавайте к столу. Салат в виде танка, на самом деле, готовится очень просто. Немного фантазии, минимум самых простых продуктов, и вы получите настоящий танк. Оформить таким образом можно любой салат по вашему вкусу и желанию. Приятного вам аппетита! Уважаемые зрители, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом рецепте друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо!